Вот, значит, для меня, ну, я разделяю эту точку зрения. Юрий сказал, что хорошая песня — это та, которая как бы куда-то выходит за пределы. И вот для меня лично это тоже некий критерий хорошей песни. Ну, по крайней мере, вот как я лично это понимаю. Я прямо во второй части попробую тоже продемонстрировать. Итак, Юлия Тюрникова после нее, скорее всего, или Алексей Воронин, или Павел Федосов со своим эссе. Честно, просто Алексея не вижу.